В общем, всем привет. Сейчас мы посмотрим видео, которое немало, можно сказать, коллега по работе. И посмотрим, что у нее получилось. Видео выложили в группу ВК. Ссылочку я укажу в описании. Ссылку на официальный релиз также оставлю в описании. Так что проходите, смотрите. Ну что, погнали. Киношкола, ух ты, при поддержке. Интересно как. Неплохо так сделано вообще. Любить, ценить и знать. Да. Вау. Знакомые места, можно сказать так. Алло. Алло, здравствуйте. Девушка, можно машину? Улица Ленина, 10, второй подъезд. Да. Да, да. Вспомнилась песенка Ленина. Вообще классно. Здравствуйте. Здравствуйте. Куда едем? Школа номер 39. Хорошо, приехали. В принципе, ничего такого обычного. Девушку вызвала такси, приехал таксист. Девушка с ребенком сели в машину, назвали школу. Да. Смотрим дальше. Алло. Алейкум чели, назик, пинди. Куна, салам утюм. Чега пернази, кору чкера. Я вон на вегер места. Ох, да, вот, по-моему, ни одного меня, грубо говоря, может даже бесить, то, что человек разговаривает на своем родном языке. Но так как, знаю, может, человек приехал в Россию, и ты живешь в России, разговариваешь по телефону, говори на том языке, где ты живешь. Хотя Россия большая страна, всех возможностей. Чего нет по факту. Да? Ну, ладно, давайте смотреть дальше. 4. Блин, вот реально он такой, честно, в нашей стране, даже во всем мире, так много языков. Блин, они все интересные, может кто-то хочет на них разговаривать, серьезно. Ну а по сути, да, правильно, типа, интересная думка по поводу того, что каждый разговаривает на своем языке. Вот я, к примеру, разговариваю на русском, как и все вы, половина. Но
Ну, сделано прикольно, кстати. Давайте посмотрим до конца уже. У нас осталось 2 минуты всего лишь. А чё, другого таксиста не было? Он уже был в кадре. Добрый вечер. Здравствуйте. По тому же адресу едем? Да, по тому же. Хорошо, поехали. Какая красивая дочка у вас. Спасибо. Я счастливый, ты сегодня у меня тоже родилась дочка. Поздравляю. Спасибо. Сегодня изучали? Сегодня изучать гласные согласные. Круто! А давай с сегодняшнего дня начнем разговаривать на башкирском языке. Скажи эсей. Эсей. Скажи эсей. Илесей. Скажи илесей. Молодец. Бишь, мама приучает ребенка к своему родному языку, башкирскому, да, вот, в принципе, тоже верно знать родной язык. Каждый ребенок по факту должен знать родной язык, но частично эти языки забываются и нигде не используются. Но так как у нас, как говорится, я еще раз повторюсь, у нас большая, могучая страна, Российская Федерация, в принципе, правильно, что детей, грубо говоря, не с рождения, можно сказать, а приучают к своему родному языку и с ними вот именно в их же, в домашней обстановке разговаривают именно на своем языке. Не именно как тем, которым ты владеешь постоянно, а вот на том языке, что дали тебе наши отцы и прадеды и деды, и, короче, наши родители. Вот. Ну, это, в принципе, правильно. Это, в принципе, отлично. Да, вот в видео говорилось школу 39. Ладно, в конце. Вот это в конце убило, получается, где-то. Сейчас. Вот это вот. Школа номер 5 города Надыма. Те, кто из Надыма, по ходу дела поймут, про что я имею в виду. То, что у нас по факту школы можно пересчитать по пальцам. У нас нет 39-й школы, ну да ладно. Но все-таки, блин, по сути, человек молодец. Он старался, он заморочился. Сняли, точнее придумали сценарий, сняли его и смонтировали уже до конца. Ну а по сути, блин, нормально, так и плохо, хоть на 5 минут, только небольшая отрывок фильма. В принципе, неплохая затея, идея, в принципе. Вот, так что, блин, на этом пока все, что я еще могу сказать. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Так, где это вырубается кнопка? Вот. Да, стоп.